Первое воскресенье октября свой профессиональный праздник отметят учителя. В преддверии этого события в Доме дружбы состоялась торжественная встреча с педагогами Павлодарской области. Лучшие педагоги нашего региона получили заслуженные награды. За годы независимости в Прииртыше построено 55 школ и пристроек на 26 тысяч ученических мест. Система образования в нашей области – одна из лучших в Казахстане, о чем говорит и тот факт, что на счету школьников региона 8830 наград различных предметных олимпиад, причем каждая пятая – золотая. За последние годы учителя вновь в центре внимания, повышается не только зарплата, но и их статус. Для стимулирования деятельности педагогов глава региона дал поручение предусмотреть выдачу 50 сертификатов по 1 миллиону тенге сельским учителям. Также аким области поставила задачу за 3 года сделать все школьные стадионы многофункциональными. Разумеется, в такой день не могли не отметить ветеранов педагогического труда. Всем учителям, ветеранам, родителям, поскольку они в режиме удаленного формата обучения, да, они поняли, какая нагрузка, какая ответственность ложится на учителя. То есть, когда весь день световой, дети получают информацию, дети получают знания, и теперь родители начали больше узнавать своих детей, больше погружаться в эту программу. Во все эти Соры, Сочи, все современные индикаторы измерения образования, получения знаний нашим учащимся. Поэтому я думаю, что мы дальше будем продолжать уделять огромное внимание системе образования. Еще раз слышу. Для сильной экономики нужны образованные люди. Это все берется в семье, в школе и с помощью учителей. Праздник, дорогие учителя! Одним из призеров конкурса «Педагог дошкольной организации 2021» стала воспитательница ясли-сада Аяла Минора Айдарханова. В этой сфере она уже 10 лет, и выбор профессии был не случайен. Моя мама – педагог, педагог моей тети – педагоги, а также моя бабушка. Поэтому мой путь был предрешен, поэтому я решила стать педагогом. Прекрасно помню своего первого учителя – это Юлия Юрьевна Казаченко. Я училась в 18-й школе города Павлодара, поэтому я тоже также хочу своим детям передать эту любовь, внимание. Хочу поздравить всех педагогов с профессиональным праздником, пожелать всем крепкого здоровья, счастья и творческих успехов. В ходе встречи ряд учителей был отмечен почетными грамотами и благодарственными письмами акима области. Лучшим воспитателем года признана Альмира Нурахметова из Павлодарской дошкольной гимназии номер 6. А учителем года признана Анна Матюшева, учитель информатики школы номер 34 города Павлодар. Мурат Ибилмажит, Досымбек Такай, ЕРТС Ақпарат.